Друзья, приветствую вас. Так бывает, что иногда ломаются шнуры, отрывают шнуры наших холодных практик. Многие, экономя на ремонте, а это 1300 рублей за замену батарейного отсека и шнура, значит, смотрят на YouTube видеоролики обучающие, как сделать эхолот, как починить его, ну и делают сами. Таких эхолотов нам приходит очень-очень много, вот подобного типа. Я не буду говорить, что это за канал на YouTube, но есть товарищ, там у него очень много просмотров, который рассказывает и показывает, как сделать вот такой батарейный отсек, то есть заменить шнур. Друзья, пожалуйста, не экономьте, потом будет большая проблема, смотрите в чем. Если обратите внимание, пайка очень плохого качества. Это раз. Плюс, когда отверстия пытаются расточить, сделать их больше, портят саму плату. И чаще всего потом эта плата не работает. Сейчас мы, конечно, попытаемся ее оживить, то есть подкинуть новый шнур. Но где-то в процентах 80, то есть плата остается убитой, ее уже невозможно починить и холод только выбрасывать. Поэтому 1300 рублей, и ваши проблемы будут решены. Как бы не нужно заниматься самодеятельностью. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.